Шринкфляция, по большому счету, это термин, который описывает тот обман, который некоторые производители и продавцы осуществляют, меняя на упаковке массу товара. Условно, вчера 1 литр молока стоил 50 рублей, а завтра 1 литр молока, не 1 литр молока, а 950 миллилитров молока будет стоить тоже 50 рублей. Вроде цена не изменилась, и бабушка, пришедшая в магазин, она и не поймет, покупала она упаковку. Ну, чуть-чуть она уменьшилась, как-то и никто не определяет. Вот такой обман называется шринкфляция. Мы провели большое исследование, 122 района города Москвы объехали в разные магазины разных торговых сетей, в универмага, в универсамы, сейчас называют это супермаркеты, заходили, везде практически это есть. 87% зафиксировали такую вещь. Я в Госдуме